Всех приветствую, продолжая просматривать работы художников, скульпторов и знакомиться с их автобиографией. Леонардо Аленца Иньетто был испанским художником, гравером в романтическом стиле, связан с движением костюмистов. Родился 6 ноября 1807 года в Мадриде. Я пользуюсь Википедией, переводной. Его отец Валентин был государственным служащим и поэтом любителем. Его мать умерла около 1813 года, когда ему было всего лишь 6 или 7 лет. В 1817 году отец снова женился. Мальчика была всего на 11 лет старше его. Вероятно, он начал свое высшее образование в императорском колледже Компании Иисуса. В 1819 году, в возрасте 16 лет, был зачислен в Академию Сан-Фернандо, где первоначально учился у художников Сакариаса Гонсалеса Веласкеса, Хуана Антонио Риберы и Хосе Апарисио, а также у гравера Висенте Пелигера и скульптора Эстебана де Агрет. Закончил учебу у Хосе Мадраза. Оставался при Академии до 1833 года, когда получил заказ написать аллегорическую картину, изображающую Изабеллу, ставшую королевой в возрасте 3 лет. В следующем году он создал кинотаф в честь покойного короля Фернандо VII, состоящий из 5 панелей, выполненных в гризаль. Кинотаф – это пустая могила или памятник, установленный в честь человека или группы людей, чьи останки находятся в другом месте. В 1838 году начал предоставлять рисунки для испанского живописного еженедельника, который издавался в Мадриде. Сотрудничал для создания с иллюстрацией к новому изданию романа «Жиль Блас» и полного собрания сочинений Франциско де Кеведо, политиком и писателем эпохи барокко. Также создал декорации для популярного кафе «Леванте». В 1842 году Академия присвоила ему звание «Академика де Мерито» за картину, изображающую Давида, отрубающую голову Голиафу. Это была его последняя крупная работа, поскольку он уже несколько лет страдал от туберкулеза и имел очень слабое здоровье. Несмотря на это, ему удалось проработать профессором несколько месяцев. Так как он страдал от туберкулеза, жил в коровнике, потому что убедился, что пары в коровнике очень полезны. Однако и ничего не помогло, и он умер в 1845 году в возрасте 38 лет. К тому времени он обнищал, и его друзьям пришлось вмешаться, чтобы предотвратить его захоронение в общей могиле. Вот так вкратце из переводной Википедии о испанском художнике и гравере, который был связан с движением костюмистов Леонардо Аленца и Ниетто. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.